Здравствуйте, меня зовут Валерия Белоус, и сейчас все о самых интересных культурных событиях на ближайшие дни. С 15 по 17 сентября во внутреннем дворике на третьем этаже ГУМа пройдет фестиваль кофейной культуры. Что собой представляет мероприятие? Это фотовыставка, где организаторы расскажут о том, как нужно правильно готовить кофейный напиток, кинопоказы, форум, чемпионат бариста и музыкально-танцевальная программа. А в Театре молодежи в эту пятницу в рамках гастролей иркутского ТЮЗа имени Вампилова пройдет спектакль «Я тоже была прохожей». На сцене прозвучат стихи, живые голоса современников и полюбившиеся всем песни, романсы на стихи Марины Цветаевой. Приморская краевая филармония приглашает на знаменитые вальсы, польки и марши Иоганна Штрауса. Начало концерта 18:30. Еще в рамках кинофестиваля «Меридианы Тихого» на сцене театра Горького покажут спектакль «Шестикрылая Серафима» с известными московскими актерами. Стоимость билетов от 1000 до 3. Кроме того, во Владивостоке с 15 сентября стартует традиционная битва лучших гонщиков страны с элитой мирового дрифта. Место проведения – Приморское кольцо. Премьера на приморской сцене Мариинского театра. Опера пересказывает популярный сюжет о проклятом корабле моряка-скитальца, обреченного на вечное странствие по океану. А в Театре молодежи продолжаются спектакли в рамках гастролей иркутского ТЮЗа имени Вампилова. В субботу постановка о вечной теме отцов и детей, рассказанной на современном языке. В Театре Горького спектакль «Близкие люди». Актеры покажут историю, которая развернулась в одном из гостиничных номеров Санкт-Петербурга. 17 сентября пройдет заключительный и самый зрелищный день дрифта на Примринге. Все лучшие пилоты по итогам заездов 15 и 16 сентября сойдутся в решающей битве. Еще в воскресенье всех желающих приглашают на открытый урок по хаслу. При себе необходимо иметь только удобную чистую обувь. Начало в 19:00 во Дворце культуры железнодорожников. А в Театре имени Горького покажут спектакль «Мой внук Вениамин» в главной роли народная артистка России Лия Ахеджакова. На этом пока все. Хороших вам выходных. Еще увидимся.